Второй день пребывания, и погода хороша. Даже немножко голубое небо видно. Сегодня мы отправляемся на Селоронду. Кататься по Селоронде. Ну, по крайней мере, по одному из участков Селоронды. Вот такие вот дела. Надеемся, что погода нам будет сопутствовать. Ну, в смысле, удача нам будет сопутствовать, ну и погода. Здесь уже все больше приспособлено. Вот это выход, оказывается, для байков. Вон там съезд вниз. А кабину обслуживающий персонал поднимает седуху, чтобы можно было поставить велосипеды. И, собственно говоря, мы едем вверх. У нас клумбы из навоза. Буквально из навоза. Интересно, зачем это? Вот. И дорога вниз. Вот здесь она пойдет. Тут достаточно нешутейно и круто. Но место же называется Герой Селоронды. То есть это мы эти самые герои есть. А вот там, кстати, дорога общего назначения идет внизу. Возможно, по ней можно вернуться в город, если что. Посмотрим, посмотрим. Сейчас поедем и посмотрим. Надо отметить, что вообще не жарко. И у нас с собой есть виндблоки. Ну, вот некие куртки полартековые, которые не дают продуваться ветру. Плюс к этому мы одеты еще и в ветрозащитные куртки. Так что сейчас мы оденем полартеки на всякий случай, потому что вниз поедем. Будет ветер сильно дуть. И воздух-то люфт. Люфт какой. Елки-палки. Да, поехали. В общем, решили мы приодеться, потому что, ну, реально не жарко. Плюс к тому, что ветер будет еще дуть, мы когда вниз поедем. Вот, но виндблок, ветрозащитная куртка. Можно еще и гетры поднять, если совсем может быть прохладно. Мы готовы к путешествию? Поехали. Навозиком тут попахивает слегонца, да? Ну, горы, а чё ж, удобряют, чтобы это... Снег лучше ложился. Ну, в общем, вот такие вот виды открываются пред нами. Очень даже и забавные. И прекрасные. Это навоз там грузит сзади. Ну, естественно, удобрения нужны. Дикие скалы. Пока еще шум машин. Мы еще в цивилизации. Но скоро мы останемся наедине с горами. Алло. Вот такое местечко нашли забавное. Качалочка такая. Привод от ветра и игрушечная качалочка. Только частота достаточно высокая, по моему мнению. Но везде свои порядки. Мы приехали к туристической стоянке. И на мою попытку проехать вот туда, мне сказали, что надо идти на дорогу. Что дорога вот по шоссе располагается, и по нему теперь надо ехать. Так, там действительно знаки были, что нельзя по этим склонам на велосипедах ездить. Зато можно по этой дороге ездить. Тут такой тещин язык классный. Вау. Не знаю, как тут в гору, а вниз-то вообще по кайфу ехать. Чем-то вот начинает напоминать некий горнолыжный такой момент. У тебя некая регулируемая скорость, и ты едешь себе, не крутя педали. Ну, единственное, что машины тут же где-то рядом. Но тут уж ничего не попишешь. Все хотят ездить. Хай. Хай. Ландшафт. Тут такие, соответственно, там люди пешочком ходят по тропинкам. Этот человек там идет. Путешествует ногами. Ну как горный турист настоящий. А мы такие вот велотуристы. Ну, кстати, может быть запрещено там сейчас ездить на велосипедах, потому что скользко. Даже пешком видно, что человек скользит идет. Вот. Ну а мы поехали дальше. Вон еще один тещин язык для нас. Какое-то загадочное ущелье тут нам встретилось. Речка. Стекающая сверху. И запрет катания на велосипедах. Здесь почему-то нельзя на велосипедах кататься, но имеется в виду по вот этим тропинкам. Может, боятся, что туристов шибем. Бог его знает. Факт есть факт. Нельзя. А, во, Альтабадия. Это мы еще и в регион другой, оказывается, заехали уже. Но здесь вот можно было бы ногами походить. По этим сапушкам, если есть желание. У нас сегодня велопоход, поэтому
Хотя сюда можно и на машине приехать и побродить тут по камням. Кстати, очень живописное место. Очень живописное, интересное. Никто нам не мешает, у нас же совместное вело-автопутешествие, поэтому мы вполне можем сюда и заехать. И погулять здесь ногами. А вот здесь еще одна идет. Еще одна подъем идет, кабины. Вот, и велосипедисты вон вверх едут. Здесь еще и такой, и для героев села Ронда участок есть. Можно еще ногами наверх заехать. Короткая остановочка. Тут вот дорожка для фрирайдеров, для любителей серьезных велосипедных развлечений. Ну а мы пока по основной дороге едем, по автомобильной. Туман поднимается, солнышко появляется. И мы в Аль-Табади, по-моему, так это место называется. Ушли мы, оказывается, в соседнюю долину. Ну, путешествие есть путешествие. Кабинки маленькие, велики, в принципе, надо стоймя здесь ставить, но наши складные поместились. И мы теперь возвращаемся в Планс. Ну, в свою долину-то вообще будем возвращаться. Ну, так нащупываются вообще достаточно интересные форматы для путешествий. И красоты посмотрели, и прокатились с ветерком. Можно было по этим дорожкам даже прокатиться, вот по таким, по пешеходным. Ну тут кое-где все-таки знаки какие-то, байкерам запрещено движение. Ну, в общем, как-то тут так. Как-то тут так. Вот. И прокатились мы зато вот по основной дороге автомобильной. С ветерочком. Так, ух. Ну как-то так, спортивненько. Спортивненько прям вот прям. Я бы даже сказал, горнолыжненько. Вот такие висячие долинки тут симпатичные. В общем, пока все очень сильно нравится. Поднимаемся очень мы вдоль спуска своего. Вот. Вот на таких тещиных языках мы и катались. Надо сказать, что так нехило, и нагрузка, и на руки, и вообще приличная. Ну, то есть, где-то удалось реализовать тему, что наверх на подъемниках, вниз на велосипедах. А вот трасса спуска для таких серьезных байкеров. Тут как бы нет зимних подразделений на черные трассы и синие, и красные. А вот есть трасса для таких, ну, байкеров, действительно реальных гонщиков. А есть возможность спуститься вот по такой дороге. Это что-то вроде синей трассы, если аналог зимы брать. Пока вот такие мы будем делать. Продолжаем рассказ о летних развлечениях в горах. Вот видна пешеходная тропа в зоне альпийских лугов. И здесь сейчас видно, вот люди путешествуют, осматривают красоты. Здесь как бы пешеходная нагрузка очень хорошая. И, так сказать, люди ходят, смотрят, любуются окрестностями. Такие вот тропиночки запривольно раскинувшиеся лужки, озерца. Кто устал, час обеден и настал. В общем, не смогли мы пройти мимо кафешки. Да еще с таким видом. Ух. Обязательно сейчас что-нибудь закусим тут. Какой-нибудь брускетта там, что-то такое скромненькое. Скромненько с щеком. И продолжим наше путешествие. Мы славно подкрепились. И продолжаем наше путешествие. Наш байкер Райзен. Солнышко выходит, кстати. Дождь тут скоротечен. И ненавязчив. Что очень сильно радует. Но в то же время постоянно появляется. Такие олдскульные велосипедики здесь. И наши современные. Пора нам опять ехать. Опять удовольствие от спусков. Вот такие здесь тещины языки опять начинаются. И выход в долину. То есть мы вот здесь будем ехать сейчас, как вот этот велосипедист, который сейчас не видно, а видно. Мы будем спускаться здесь плавно и уйдем к себе в свою долину. Красота! А вот место, куда мы поднимались. Вот станция подъемника. Слегка на нас дождичек капает, но ничего страшного. Мы не сахарные, поехали не мы под скалы вот такие грозные. Тут камнепады сулят знаки на дороге. Да и камни под ногами свидетельствуют. А вот здесь вот села Ронда проходила зимой. Вот здесь явно была трасса. И мы по ней тут катались. Почем зря. И сейчас катаемся. Тоже почем зря. Красота. Мы на достаточно приличной высоте. Вот снежные чехлы еще остались тут лежать. Прошлогодний снег по линии падения воды сохранился. А до защели идет водопад. Водопад. Вассерфалле. По-немецки это. По
падающая вот вода. Вот видно Чемпиной, вот вчера мы туда заезжали, планировали день. И вот так проходит трасса где-то вдоль вот того склона. И, видимо, там где-то можно выйти на Селаронду. А можно спуститься опять же вниз сюда в план и уйти в Альтенштейн. Ну, так сказать, кто куда мы стремимся, где мы живем. Вот так вот, так интересный вид тут открывается. Вон и кабиночки поднимаются. И у нас сейчас в планах туда проехать и спуститься еще и оттуда сегодня. Благо, погода пока благоприятствует.